Вера Николаевна сейчас проходит курс интенсивной терапии. Прогноз благоприятный, а всего несколько дней назад у нее была угроза потерять зрение. После того, как она обратилась за помощью к анапским офтальмологам, те в течение одного приема определили заболевание и назначили лечение. Благодаря своевременному вмешательству врачей болезнь была локализована, и сейчас идет реабилитация пациентки. Любовь Михайловна, да, меня вот приняла. И я вот, понимаете, я ушла со слезами, что она говорит, у вас такое проблематично. А сегодня я пришла, через полтора дня пришла в хорошем настроении. Современная офтальмология имеет на своем вооружении уникальное оборудование. К примеру, вот такой аппарат по измерению внутриглазного давления позволяет бесконтактно выявить отклонение. Вся процедура занимает не более 10 секунд. Благодаря передовым технологиям даже самые тяжелые заболевания поддаются лечению. Катаракта в настоящее время настолько излечимая, как мы везде говорим. Это возрастная особенность глаза после 60 лет. Если не считать там осложненных, диабетических, травматических, то прекрасно оперируется, и люди возвращаются к полноценной жизни на 100%. Прекрасно делают операцию. Можно сказать, что катаракта излечима. Сейчас на постоянном учете у анапских офтальмологов более 1000 человек. Как отмечают сами медики, хронических заболеваний не так много. Появилась другая проблема. Повальное увлечение компьютерами, телефонами и планшетами приводит к тому, что именно молодежь сейчас вошла в потенциальную группу риска. Мы даже можем четко провести разницу между, допустим, вот подростки, дети села, у которых меньше компьютеров, да, они здоровее, и у них близорукость на самом деле это выявляется гораздо позже, когда они уже в компьютеры владеют. И взять городское население, да, школьников, подростков, то можно сказать, каждый четвертый страдает нарушением рефракции глаза. Рецепт здорового зрения прост. Регулярно проводить гимнастику для глаз, больше находиться на свежем воздухе, не увлекаться работой за компьютером. И самое главное, ежегодно проверять зрение у специалистов. Ведь на ранних стадиях заболевания лечению поддаются практически все глазные болезни. Руслан Душевский, Анапа регион.